Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться с проблемой, которая у вас образовала. Вы влюблены в девушку, и это нормальное явление, прекрасное чувство, замечательное событие в вашей жизни. Давайте подумаем. Что, собственно говоря, мешает вам начать проявлять к ней чувства, начать проявлять к ней знаки внимания, пригласить ее куда-нибудь посидеть после работы, изъявить свои чувства. Если имеет место неуверенность в себе, с ней надо разобраться. Если имеют место другие препятствия, то уже с ними нужно разобраться. То есть понять, есть девушка, есть ваша влюбленность. Что мешает вам проявлять эти чувства? Пусть постепенно, пусть не сразу, не торопясь, но что мешает вам это делать? Если к девушке нужен подход, возможно, стоит продумать стратегию по ее по завоеванию девушки, по тому, чтобы она обратила на вас внимание. Если вы чего-то боитесь, тоже нужно с этим поработать. Но одно можно сказать совершенно точно, что если вы не будете ничего предпринимать, если вы оставите все как есть, то у девушки рано или поздно появится другой мужчина, который, собственно говоря, будет более решительным и который завоюет ее внимание. Если девушка уже занята, а вы все равно в нее влюблены, да, нужно постараться, можно постараться при желании проявить себя как лучший мужчина для нее, чем она. Для этого, опять-таки, необходимо разобраться, что ей интересно, что ей нравится, и стараться предлагать ей это. То есть, необходимо наладить с ней диалог, в котором вам были бы доступны ее интересы, ее склонности, ее желания и потребности. А дальше смотреть по обстоятельству, насколько вы можете удовлетворить это, насколько вы можете дать ей то, что нужно, насколько качественно вы можете дать то, что ей нужно. Вот с этим вам и предстоит разобраться, с этим вам и предстоит работать. Соответственно, для решение всех этих вопросов вам нужно обратиться к эксперту, который вам понравится на нашем ресурсе хотя бы, и начать последовательно разбирать с ним те проблемы, которые я озвучил. Тогда все у вас наладится. Не сразу, конечно, постепенно, но наладится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, буду благодарен.